Обычный песок возле гаража подобрал. Весит 111 грамм. Необычный песок. Вес 87 грамм. Здесь железо до хрена. Если это железо, надо проверить. Это у нас карборунд. Это из этого камня. Тут у нас половинка где-то чуть больше. Вес 82. То есть, если была полная, то было бы за сотню грамм. Это хрен знает, что за пароль. 102 грамма. Это тоже не знаю, что за порода. Вес 74. К чему это я делал? Я взвешивал ту породу, из которой я достал металлы перед этим. Вес такого же вот 50-миллиграммового стаканчика с породы. В среднем 80 грамм полный стаканчик. Вот к этому я и шел. Хотел узнать, будет ли разница в весе другого песка, а не только этого. Оказалось, что все не так просто. Если простой обычный песок больше 100 грамм весит в таком стаканчике, а порода с этим содержанием 80, то такие дела.